Так, пришли опять на вторничный рынок купить клубнички, бананчиков и, конечно же, оливок. А куда же мы без оливок? Так, клубничка 20 лир. Взяли килограммчик клубнички, сладкая, кстати. 80 рублей всего лишь. Сладкие местные бананчики по 20 лир. Очень вкусно. Ну, очень. Я опять попробую. Так, наверное, вот это вот. Да. Купили оливок опять на 250 лир. На недельку нам хватит. О, пришли еще за помидорками. 15 лир. Возьмем помидорки черри. Так, еще цветную капусту нам нужно взять. Петрушечка. Вкусные яблочки по 12 лир. Печенки. 330 лир. Норвежские.